Усё лепшае дзецям. Абноўлены дзіцячы сад адкрылі ў аграгарадку Вейна Магілёўскага раёна. У старым корпусе правялі капітальны рамонт, а да яго дабудавалі новы. Цяпер замест 75 дзяцей дзіцячы садок гатовы прыняць 125 дзяцей. За новы садзік спасіба гаварім, верыць чудзіца і вам верім. Аграгарадок Вейна пастаянна пашыраецца. Сюды прыязджае шмат маладых сем'яў. У сувязі з гэтым паўстала вострая неабходнасць пашырыць мясцовы дзіцячы сад. Работы тут пачаліся ў лістападзе. І вось усяго праз 10 месяцаў бацькі вядуць дзяцей у абноўленую ўстанову. Достаточно большие изменения. Очень приятно видеть обновленный, освеженный детский сад. Это большая радость, в первую очередь, для родителей, я думаю. Раней у дитячем саде было 4 группы выхованцев. У тяпер колькость групп повеличилась. Выховальники готовы примать 7 дитячих групп. Для детей лепшие умовы. У нас полностью благоустройство провели, обновили полностью всю базу на территории. Внутри тоже у нас полностью все было новое, в новом корпусе все. Старый тоже пришел, ремонт прошел, вот здание. Фасады нам сделали красивые, как вы видите. На территории дитячего сада великая гульнявая пляцовка и пляцовка для вывучения правил дорожного руху. А у будинку для выхованцев сделали утульные спальни, гульнявые покои, сучасный харчаблок, музычную залу и покой дитячей творчести. Я думаю, что в данном дошкольном учреждении, если вы увидели, что созданы все условия для развития гармоничной личности и воспитания настоящих патриотов нашей страны. Як подкресливаюць у Магілёўскім райвыканкаме, бюджэт района социально накіраваны. И 44% от объему финансирования социальной сферы ідзе на систему адукации. Ганна Петрова-Кумінская, Александр Артемьев. Новини региона.